ребятам. Нам пришла посылочка Сазон, и мы начинаем ее распаковывать. Это что-то, что первый раз у нас появится. У нас еще до этого не было. Первая наша такая покупочка. Пакет и коробка. Заказали на Озоне, привезли в Постамат, сегодня забрали. И надеемся, что бережно очень доехала до нас, потому что когда мы читали отзывы про другие, там было разное. Доставка. О, ничего себе, тут даже маленькие коробочки. Ничего себе. Даже в маленькие коробочки. О, вроде бы не побитое. Это же стекло, да? Да. Стекло. Это наша первая люстра. Вот такие плафоны. Вот такие плафоны. С вот таким узором. Вот так они будут висеть. Когда будем это все подсоединять, покажем. В общем, очень классно, что каждая пришла в отдельной коробочке, потому что в отзывах очень много побитых люстр, и это реально круто. Так, а здесь что-то красненькое. Это я тоже читала, что многие не могут отмыть плафоны. Так. Ну, вроде бы какая-то краска. Какая-то краска, но цельная. Так, и третий плафончик. Третий целый. Только один получается в краске. С двух сторон, с вот этой и здесь. Ну ладно. Или это даже какой-то. В общем, постараемся сейчас убрать. Вот такие ножки бежевые. Или как это называется? Это не ножка. С золотым, потому что подбирали под интерьер. У нас как раз такой бежевый с золотистым шкаф. Мы сами выбирали эти цвета. И вот у нас будет вот такая же люстра на три плафона. Бежевая с золотистым, вообще классно. Единственное, что я сомневалась насчет узора на плафонах. Я хотела, чтобы он был просто стекло без каких-либо узоров. Но даже симпатично. Посмотрим, как это будет смотреться. Вот так они выглядят. Сейчас будем проверять на целостность всего. Вот. И это крепится к потолку. Ой, я взять даже не могу. Вот так сверху. Детальки еще пришли. В общем, вроде пока никаких дефектов не видим, кроме того, что один плафон был. А, даже не один, вот на втором тоже сбоку красненькое. Но в принципе это хотя бы не побитое. А, есть небольшой скол. Вот здесь вот. Маленький скольчик такой. Ну ладно, это ничего страшного. Я думаю, мы внутрь сделаем и видно не будет. Ладно. Все. До скорого. Посмотрим, как это будет смотреться. Вот, я уже почистила, все красненькое убрала. Просто пальцем немножко так потерла, и все отошло, слава богу. Ничего страшного. Вот этот вообще очень ровный, края очень ровные. Вот этот тоже. Плафончик отличный. А вот у этого плафончика чуть-чуть вот здесь вот. Так вот. Чуть-чуть. Но мы его так в центр сделаем. И будет не видно. Вот так вот они, по идее, будут уже на самой лампе, как бы на три.
плафончик. Мы, кстати, видели такую же люстру на 5 плафонов. Ну, пока попробуем вот это. Будет ли нам достаточно света? Потому что сейчас у нас вообще горит только одна лампочка Ильича. И это вот так вот выглядит. Так что это наша первая люстра. И вот как раз останется коробочка. И, конечно, спасибо большое им за то, что каждый плафон был в отдельной коробке. И каждая вот такая вот люстра, каждая ножка, как это называется правильно, не знаю, была в отдельном пакетике. Очень удобно. И сейчас будем... Пакетики выкидываю, коробочки оставляю, потому что они мне еще нужны. Будут, вынесу на балкон их пока, пусть ждут. Пакетики сейчас выкину. Носочки у меня со снегирями. Последний год, наверное, в них хожу. Уже все такие в катышках. Вот. У нас сейчас 11:40. Это моя Виолеточка. В ночи решили сделать люстру. Нам только прикрепить осталось. Вот так вот это будет смотреться. Вот так. Красиво очень. Нам вообще идеально подходит. Даже не думала. Сейчас будем прикреплять все. А вот на самих вот этих подвесах сколов нет. И краска хорошая. Краска вон там есть, я влезла. Внутри, да? Ну, где-то вот есть небольшие детальки. Вот это вот, да? Ну, это надо так приглядываться. Все равно на потолок так не будешь смотреть. У нас высокие потолки. Ну, не самые высокие, не 4 метра, но 3, около 3 метров. Там 2,70, как сейчас делают. Не будешь глядываться сильно. У нас очень подходит золотой. Пока что мы их не прикрепили. Они просто будут двигаться. Но я даже на фотографиях видела, что как будто бы еще меньше. Вот такую вот в половину. Поэтому я рада, что в принципе расстояние хорошее. И то, что цвет прямо подошел, потому что не было отзывов и не было фотографий. Мы напишем первый отзыв на эту люстру. Не было фотографий, и невозможно было посмотреть, как это смотрится у людей в реальности в квартире. Только на фотографии производителя просто графика и ничего не понятно. Вот, это значит 230 вольт на 50 Гц, 3 на Е27 цоколь. Есть еще паспорт изделия, Росцвет. Все как положено. Гарантийное обязательство 1 год. Так. Номинальное напряжение идет 220, частота 50. Светильник, коробка, руководство. Сертификат соответствия. Все есть. Инструкция по сборке даже есть. Ну, все детали должны быть прочно закреплены. Для предотвращения срыва резьбы или повреждения детали не прикладывать чрезмерных усилий при сборке. Рекомендуемые усилия для затягивания резьбовых соединений не более 7-5 кг. Конструкции и крепежные элементы не рассчитаны на высокие нагрузки на излом. Избегать избыточного давления на элементы светильника, не закреплять посторонние предметы, тяжелые грузы. Убедиться, что все соединения и скрутки электропроводки надежно изолированы, изоляция не повреждена, а провода не зажаты крепежными и иными элементами светильника. При подключении производить рекомендуется воспользоваться услугами профессионального электрика. Ну, понятно, что мы это не будем, потому что мы сами. Инструкция по монтажу. Пропустите провода питания через соответствующее отверстие в светильнике. Закрепите основание светильника на поверхности крепления. Провода питания не должны быть прижаты арматурой светильника к поверхности крепления. Светильник должен быть закреплен на достаточном расстоянии от освещаемых предметов, чтобы не вызывать их чрезмерного нагрева. Угу.
Ну, тут требования по безопасности, что запрещается использовать в сырых помещениях. Так, в запыленных помещениях с повышенной температурой, замкнутых объемах помещения с химической агрессивной воздушной средой, монтаж светильника на любых легкоплавких поверхностях. Так, запрещается использовать лампы большей мощности. Ага. Светильник нагревается при работе. При его неправильном монтаже имеется опасность пожара. Запрещается очистка светильника, находящегося под напряжением. Ну, то есть, включенную, естественно, нельзя протирать. Вот. Вот такие дела. А, ну здесь еще продолжение по монтажу. Это подключите провода питания к клеммной коробке при наличии в комнате светильника термозащитных оболочек для внешних проводов питания. Их применение внутри светильника обязательно. Установите лампы и рассеятели света. Вот, гарантия 1 год. Так. А, гарантирует безупречную работу светильника изготовитель в течение 1 года со дня продажи. Понятно. Без штампа магазина и отметки о дате продажи претензии не применяются, не принимаются. Ну, в общем-то, все понятно. Ну, конечно, здесь нет ничего, потому что озон. Ну, ладно. Надеемся, что она нам долго прослужит. В общем, мы обнаружили, что вот здесь не хватает вот такой вот небольшой вот этой штучки. Одной не хватает. И вот есть еще вот такие две. Почему-то их две. Хотя, по идее, должно быть 3. Ну, в общем, ладно.